Вслед за тотальным диктантом на русском языке в Чувашии пройдет еще и единый всечувашский диктант. Проверить свою грамотность все желающие смогут в следующую среду, 24 апреля. Единый всечувашский диктант – образовательная акция. Это аналог тотального диктанта, в котором участвовали 179 российских городов, в том числе и Чебоксары. Диктант проходил на русском языке. Текст для него написала известный прозаик Дина Рубина. Только два малых народа – удмурты и тувинцы – провели акцию на родных языках. Теперь вот очередь за чувашами. Подобные акции организаторы хотят способствовать развитию письменной чувашской речи. Диктант будет проводиться усилиями Чувашского госуниверситета и Чувашского педуниверситета, Института образования при поддержке ХБАР и Национального радио Чувашии. Начнется он в час дня в здании педуниверситета. Для тех, кто не сможет подъехать туда, текст можно будет услышать онлайн на официальном сайте Национальной телерадиокомпании. После окончания диктанта слушатели в течение 15 минут могут направить напечатанный или написанный от руки и отсканированный текст на адрес, который вы видите на экране. Сюда же желающие попробовать свои силы в чувашском языке должны направить заявки на участие. Остается добавить автор текста – народный поэт Чувашии Юрий Семендер. А 20 апреля в Чебоксарах пройдут подготовительные семинары в ЧГУ и ЧГПУ, на которых вспомнят правила чувашской орфографии и пунктуации.